Беларуси, цели устойчивого развития, США и оружие, Берлин и кино. Доступно и интересно о важном. Вы смотрите «Вокруг планеты». Мы в эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24». В студии Анатолий Липецкий. Здравствуйте. Беларусь приняла региональный форум национальных координаторов по достижению целей устойчивого развития. В Минск съехались десятки высоких представителей международных организаций, различных агентств, органов и учреждений ООН, а также Всемирного банка и Евразийской экономической комиссии. Инициатором проведения встречи выступила белорусская сторона. Никакой политической подоплеки, лишь важность обмена опытом, мнениями и взглядами. Нельзя обеспечить благополучное развитие, нельзя обеспечить вопросы прав человека в нестабильном мире, в мире, подверженном хаосу, в мире, где царит конфронтация и недоверие друг к другу. Поэтому эти вопросы однозначно взаимосвязаны. И по всему комплексу этих актуальных международных вопросов Беларусь может и готова предложить свой опыт, свои возможности, свои идеи в рамках коллективной работы. И Минск, я хотел бы тоже подчеркнуть это, готов быть всегда гостеприимным местом международного обсуждения. Беларусь начала с хорошего уровня. Вы реализовали цели развития тысячелетия. Инициатива, предпринимаемая правительством вашей страны, это то лидерство, которое нас радует. Важно, что вам удается дойти буквально до каждого гражданина. В Беларуси я увидела много хороших инициатив. Вы вдохновляете своими идеями и другие страны на решение глобальных вопросов сообща. На историческом саммите ООН в 2015 году была определена повестка до 2030 года. В выработке 17 планетарных приоритетов Беларусь принимала самое активное участие. И наша страна уже сделала ряд конкретных шагов. Среди прочего, Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью. А еще Беларусь заняла 68-е место в мировом индексе восприятия коррупции за 2017 год. Таким образом, наша страна за год улучшила свое положение сразу на 11 позиций и занимает третье место среди 18 стран Восточной Европы и Средней Азии. Подробности большого форума в Минске в главном эфире сегодня вечером. По меньшей мере 841 человек погиб в результате авиаударов международной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с начала операции против террористов в августе 2014 года. Об этом говорится в официальном заявлении. Согласно документу, 485 сообщений о жертвах еще изучаются. Разруха, беженцы, голод, болезни и мины. И десятки миллиардов на реконструкцию, которых у этих стран не имеется. Еще так много сложных моментов, но уже сейчас ставится вопрос о восстановлении экономик пострадавших в конфликтах государств. И самое главное, кто этим будет заниматься. Договориться надо бы, но вот получится ли? Сюжет Александра Пинчук. Самолеты коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки в ночь на четверг нанесли удар по сирийскому городу Хаджин. Он расположен в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли 12 мирных жителей. Большинство убитых – дети и женщины. Критическая ситуация складывается сейчас и в Восточной Гуте. Этот пригород Дамаска входит в зону деэскалации. Он контролируется террористами, которые используют мирных жителей в качестве живого щита. Я призываю всех, кто вовлечен, к немедленной остановке всех военных действий в Восточной Гуте, чтобы позволить доставить гуманитарную помощь всем нуждающимся, чтобы провести медицинскую эвакуацию тех, кому нужен срочный уход. 400 тысяч человек живут в аду на земле. Человеческая трагедия разворачивается на наших глазах, и я не думаю, что мы можем позволить ей продолжаться. Из Восточной Гуты с 2014 года, остающейся под контролем целого ряда группировок исламистов, включая джибхат Фатх аш-Шам, бывшую Ан-Нусру, постоянно обстреливаются жилые кварталы сирийской столицы, которые контролируют правительственные силы. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения. Доступа в город потребовал Красный Крест. Мы боимся, что это может оказаться повторением ужасной судьбы Восточного Алеппо. Мировое сообщество было потрясено, и на это были все основания: голодом, обстрелами и военной операцией по взятию Алеппо. И теперь мы беспокоимся, что это повторится. Анкара с 20 января проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь». Турция отмечает, что таким путем хочет обеспечить свою безопасность и защитить границу Европы от террористов из Исламского государства. Турецкие войска планируют в ближайшие дни окружить сирийский Африн. Таким образом, будет пресечена поддержка извне курдских сил. Тогда никто не сможет вести никакого торга. Мы покажем тем, кто хочет создать террористический коридор у южных границ Турции, что это не так легко сделать.
Москва обратилась с призывом к Вашингтону не играть с огнем в Сирии. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, на тех территориях, которые США сейчас опекают, к востоку от Евфрата и до госграницы Сирии, создаются органы власти, которые сознательно делаются таким образом, чтобы не иметь связи с Дамаском. Туда накачивается содействие в разных формах, что может стать очень серьезной проблемой с точки зрения выполнения требований Совбеза ООН о гарантиях суверенитета и территориальной целостности Сирии. Несмотря на попытки подорвать процесс сирийского регулирования, Россия вместе с Ираном и Турцией в рамках Астанинского формата, а также вместе с Организацией Объединенных Наций в рамках Женевского процесса будет делать все, чтобы выполнить резолюцию 2254. Россия настаивает и на скорейшем прекращении боевых действий в Йемене. Москва призывает стороны сесть за стол переговоров. ООН констатирует, что это крупнейшая гуманитарная катастрофа современности. 19 миллионов человек нуждаются в скорейшей помощи, медицинском обслуживании и просто в доступе к продуктам питания и чистой воде. В Йемене с лета 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Жертвами боевых действий часто становятся дети и подростки. В нас бросили гранату, когда мы играли во дворе. Когда я очнулся, то понял, что убиты пятеро моих друзей. В стране почти год свирепствует дифтерия. От болезни скончались 62 человека, случаев заражения почти 1000. Правительству Йемена не хватает ресурсов для того, чтобы остановить эпидемию. Из-за вооруженного конфликта местная система здравоохранения практически полностью разрушена. Многие эксперты указывают на новые угрозы для Европы. В связи с поражением террористов из Исламского государства в Сирии и Ираке, специалисты предостерегают о возможном проникновении в европейские страны радикальных элементов под видом мигрантов, особенно по документам, которые были подделаны или украдены. На берегу одного из каналов Парижа обосновались мигранты, продукты и предметы первой необходимости они получают только от добровольческих организаций. В 2017 году число просителей убежища во Франции достигло рекордных 100 тысяч. Страна намерена ужесточить миграционную политику, за нелегальное пересечение границы будут наказывать. Нарушителей ждет год тюрьмы и штрафы. Парламент Венгрии также рассматривает в эти дни законопроект, который может ограничить помощь беженцам. В Италии, где в начале марта пройдут парламентские выборы, в центре внимания вопросы интеграции мигрантов, среди которых много нелегалов. Мы должны вернуться к наказаниям за мелкие преступления и правонарушения. Мы должны вернуть себе контроль над территорией. И даже если министр пообещал нам увеличить численность местной полиции, нужно понимать, что у нас нет больше мафиози из Каморры, но у нас сильно возросли показатели по мелким преступлениям, актам хищения, и мы понимаем, почему. Иногда люди совершают их просто потому, что им нечего есть, и большинство из этих людей – мигранты. Италия давно и громко жалуется на отсутствие европейской солидарности в решении проблемы беженцев. А в этом году число мигрантов, которые попытаются добраться до Европы через Средиземное море, останется высоким. Ожидается, что многие будут прибывать через территорию Испании и Италии. Ситуация в Ливии, говорят политологи, неприемлема с гуманитарной точки зрения. Новый виток конфронтации в странах Ближнего Востока и Северной Африки будет иметь крайне негативное влияние на политическую обстановку всего мира, отдалив на годы наступление хоть какой-то стабильности в регионе, пусть даже и временной. Александра Пинчук, «Вокруг планеты». Далее в программе динамичная подборка других важных событий недели. В Польше предотвращено покушение на президента и членов правительства. Сотрудники агентства внутренней безопасности задержали гражданина, который подготовил 300 килограммов взрывчатки для организации терактов против представителей власти. Также в ходе обысков у предполагаемого злоумышленника было изъято 25 единиц огнестрельного оружия. В Киеве вспоминали жертв расстрела на Майдане. 20 февраля 2014-го неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. За считанные часы жертвами стрельбы стали 49 демонстрантов и четверо силовиков. Спустя всего сутки Виктор Янукович покинул Киев, а затем и страну. Неизвестные снайперы, между тем, так и остаются неизвестными. К слову, согласно последним опросам, среди факторов, негативно влияющих на жизнь страны, сами украинцы ставят на первое место неэффективность экономики, на второе – коррупцию, на третье – внешние угрозы.
По данным Всемирного банка, в последнем квартале прошлого года экономика Украины выросла на 0,4%. Эксперты международной организации, однако, называют показатель недостаточным. Ранее Украина заняла 7-е место в антирейтинге самых несчастных экономик по версии Bloomberg. Украину ежемесячно покидают более 100 тысяч жителей. Не последнюю роль сыграл безвизовый режим Украины с ЕС. Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Как отметил президент Украины, документ усиливает правовую базу использования национальных вооруженных сил для обороны государства и устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения. Политик подчеркнул, что закон о реинтеграции не нарушает минских договоренностей. Противоположного мнения придерживаются как Россия, так и переговорщики нормандского формата. Главы 27 государств ЕС на неформальном саммите в Брюсселе обсудили проблемы общего бюджета на 2021-2027 годы. Главный вопрос – как учесть и компенсировать потерю британского взноса? Ведь, кроме прочего, у Евросоюза на 10 миллиардов евро возросли расходы на беженцев, оборону и охрану границ. Возможные варианты выхода – урезание фондов поддержки сельского хозяйства и отстающих стран. Еврокомиссия также планирует сокращение финансирования тем странам, которые не разделяют общих ценностей. В черном списке на данный момент – Польша. В то же время будет обсуждаться сокращение состава Европарламента после Брексита. Преподаватели 61 университета Великобритании, это более половины, начали 14-дневную забастовку. Их не устраивают правила выхода на пенсию. Как утверждают в Союзе университетов и колледжей, в результате изменений схемы пенсионного обеспечения в университетах Великобритании типичный преподаватель потеряет почти 10 тысяч евро в год по сравнению с нынешними условиями. Хотя большинство студентов и поддерживают преподавателей, многие подписывают петицию с призывом к тому, что ущерб учащимся должен быть возмещен, если их обучение будет затронуто забастовкой. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице. В нем 32 буквы, но нет апострофов. До 20-х годов прошлого века казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда приняли казахский кириллический алфавит из 42 букв. На юге Польши в местности Яблонки приступили к демонтажу памятника советскому и польскому государственному и военному деятелю генерал-полковнику Красной Армии и генералу брони войска польского Карлю Сверчевскому. Основанием для этого стал закон о декоммунизации. Польский институт национальной памяти считает, что такие памятники, цитата, «отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства». Непростая историческая судьба – это всегда урок, который необходимо усвоить и наладить нормальный диалог. Беларусь не вмешивается в жизнь граждан других государств и не занимается героизацией преступников. Об этом приходится напоминать, поскольку польские праворадикалы вновь решили напомнить о себе. Приграничный польский город Гайновка. Там на протяжении нескольких лет, в конце февраля, начале марта, проходит марш с целью героизации так называемых «проклятых солдат». Участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Комментарий Юрия Козлова. Проклятыми или несломленными солдатами в Польше называют бойцов, которые не сложили оружие после окончания Второй мировой и остались лояльны правительству в изгнании. Костяк проклятых солдат составили подразделения армии Краевой. На протяжении послевоенных лет эти формирования вели партизанскую борьбу с коммунистическими властями. С 2011 года в Польше на государственном уровне отмечают День памяти проклятых солдат. Правда, в быту чествовать подпольщиков готовы далеко не все. Среди отверженных солдат наверняка были искренние патриоты Польши, однако слишком многих из несломленных впоследствии признали военными преступниками за действия в отношении гражданского населения. Зимой 1946-го группировка проклятых солдат убила 79 белорусов в районе города Гайновка, или Хайнувка по-польски, в Подляском воеводстве. Крестьян, которые не могли прочитать молитву на польском, забивали обухами топоров либо сжигали. Командовал бандой Рамуальд Райс по кличке Бурый. Спустя несколько лет он был схвачен и казнен, а массовое убийство белорусов было признано преступлением с признаками геноцида. Это мнение и однозначный вывод Института национальной памяти Польши. Эта специально созданная польская структура констатировала, что действия Бурова – это преступление с признаками геноцида. На совести Райса десятки сожженных вместе с их жителями белорусских деревень, сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых женщины, дети, старики.
они были уничтожены или изувечены только потому, что принадлежали к белорусскому этносу и имели православное вероисповедание. Кстати, еще в середине 90-х Рамуальд Райс был реабилитирован судом Варшавского военного округа. В постановлении указали, убийства крестьян совершались, цитата, «в условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства». Сегодня Бурый – один из кумиров местных праворадикалов. Ежегодно, в конце февраля, начале марта, они съезжаются в Гайновку, чтобы почтить память капитана. Ультраправым в Гайновке, однако, не рады. В прошлом году, к примеру, местные жители вывешивали из окон баннеры с надписью «Бурый убийца». Многие выходили к колонне националистов, вступая с ними в спор. Нет ни одной деревни, которую он освободил, ни одного города. Они грабили людей, где только могли. Давайте будем помнить о жертвах, а не об убийцах. Они убивали детей, женщин. Марши в честь проклятых солдат ежегодно запрещает и местная мэрия, но националисты на решение муниципальных властей внимания не обращают. Гайновка – это польский город, где большинство населения имеет белорусские корни. Еще живы потомки жертв преступлений Бурова. Нам нужно искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками. Нужно нагнетание напряженности на национальной и конфессиональной почве. Или все-таки нам нужен исторический диалог, который только начал развиваться между нашими странами. От себя лично хотел бы добавить. В польском национальном пантеоне достаточно героев. Рыцарей без страха и упрека, в том числе общих для наших двух народов. Уверен, в нем не должно быть места военным преступникам. Людям, чьи руки по локоть в крови. Эксперты уже давно констатируют рост ультраправых настроений в Польше. Ежегодно мировые СМИ выступают с критикой массового шествия националистов, посвященного Дню независимости страны. Его отмечают в ноябре. Правые устраивают свой праздник с фаерами, потасовками и ксенофобскими лозунгами. А буквально на днях обозреватели «Нью-Йорк Таймс» и вовсе отметили, что польские националисты угрожают всей Европе. Публично и безнаказанно, отрицая идеи гуманизма и сплоченности, на которых строился Европейский Союз. Официальный Брюссель ситуацией тоже обеспокоен. На прошедшем в конце недели саммите лидеров государств ЕС прозвучало предложение лишить Польшу части финансирования, как страну, которая не разделяет европейские ценности. Юрий Козлов, «Вокруг планеты». Хоть и звучит это как живой сарказм, но американцы нашли способ борьбы с оружием. После недавней стрельбы во Флориде тамошние жители начали массово выкладывать в сеть видео, на которых они уничтожают свои винтовки, пистолеты и прочие стволы. Под видео ставят хэштег -1. К движению против свободного обращения оружия присоединились также голливудские звезды Опра Уинфри, Джордж Клуни, Стивен Спилберг. Они пожертвовали $500,000 каждый на организацию марша за усиление контроля над оборотом оружия. А что же власти? Они повели себя не менее ярко и громко. Дональд Трамп предложил разрешить работникам школ носить оружие. Нина Кононюк продолжит. Уходящая неделя началась в США с масштабных протестов против вооруженного насилия. Тысячи людей вышли на улицы крупных городов с призывом к местным властям предпринять наконец-то какие-то разумные шаги по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия. Последней каплей для американцев стала трагедия в Паркленде, штат Флорида. 14 февраля 19-летний Николас Круз ворвался в местную школу и расстрелял 17 человек. Общество в панике. Родители боятся отпускать детей в школы. Сами же учащиеся присоединяются к протестам и заявляют, что страна подошла к тому рубежу, когда перемены просто необходимы. Я устал от оружия, устал от стрельбы. Я очень переживаю за подрастающее поколение. Сегодня дети боятся ходить в школу. Нам просто необходимо что-то предпринять, чтобы учащиеся чувствовали себя в безопасности. США необходимы изменения в законодательстве. Необходимо осуществлять разумный контроль над оборотом оружия. Слишком много невинных людей были убиты из-за всеобщего и легкого доступа к огнестрельному оружию в нашей стране. Я постоянно слышу обеспокоенность общества в связи с участившимися случаями вооруженного насилия. Но меня больше беспокоит сама конституционная поправка, позволяющая американцам носить оружие.
Волну возмущения населения вызвали и новые подробности кровавой атаки. Правоохранители выяснили, что в течение только одного минувшего года Круз самостоятельно приобрел около 10 единиц огнестрельного оружия. И это несмотря на то, что 2 года назад он попал в поле зрения социальных служб штата Флорида из-за проблем психологического плана. Я не понимаю, почему любой житель США может зайти в магазин и купить там штурмовую винтовку, оружие войны. Только на днях я слышал в новостях, что 20-летний мужчина смог купить оружие с просроченным удостоверением личности. На это ему понадобилось всего 5 минут. Когда же все это прекратится? Вот, например, в Австралии после стрельбы в школе в 99 году власти посовещались, подумали и ввели запрет на оружие. После этого подобных случаев у них не наблюдалось. Впрочем, пока одни жители США яростно призывали власти к изменению пресловутой второй конституционной поправки, направленной на защиту права хранения и ношения оружия, других перспектива принятия ограничительных мер насторожила. Люди посчитали, что сами смогут защитить себя в сложившейся ситуации и в буквальном смысле вооружились. Мы наблюдаем, что спрос на штурмовую винтовку AR-15 значительно увеличился. Раньше мы продавали по 3-5 винтовок в неделю. Сейчас такое же количество распродается каждый день. Тем временем на почве требований общества ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия с новой силой вспыхнули разногласия между 2 главными американскими партиями. Демократы настаивают на скорейшем введении ограничительных мер, а республиканцы во главе с президентом США Дональдом Трампом обещают населению до последнего защищать их конституционное право на владение оружием. Национальная стрелковая ассоциация США также на стороне красных. По их мнению, для предотвращения массовых расстрелов в первую очередь необходимо укреплять безопасность в самих школах. Трамп всецело поддержал своих сторонников. Никто так не любит вторую поправку к Конституции, как я. И никто так не уважает Национальную стрелковую ассоциацию США, как я. Они наши друзья, они наши соратники, они настоящие патриоты и знают, о чем говорят. Уже в среду во время встречи с учениками и преподавателями школ из штата Флорида в Белом доме Трамп предложил вооружить учителей. По его мнению, сам факт наличия огнестрельного оружия у сотрудников учебных заведений защитит их от возможных нападений. Когда мы объявили наши школы зонами, свободными от оружия, это лишь создало еще большую угрозу для наших учащихся. Хорошо обученные обращению с оружием учителя и тренеры, те, кто работают в этих зданиях, кто служил в морской пехоте 20 лет и вышел в отставку, люди из сухопутных сил и ВМС, ВВС и береговой охраны, люди, которые умеют обращаться с оружием, они преподают. То есть я не хочу видеть сотню охранников с винтовками вокруг школы. Нам нужно разрешить скрытое ношение оружия. Глава американского государства сделал акцент на то, что носить оружие смогут лишь специально подготовленные и обученные люди. Это позволит существенно сократить траты на охрану. Впрочем, как оказалось, даже обученные люди в подобных ситуациях не всегда знают, как себя вести. Стало известно, что в школе Марджори Стоунман Дуглас, где произошел массовый расстрел, имелся вооруженный охранник. Скотт Петерсон подошел к школе спустя 1,5 минуты после начала стрельбы, а после еще 4 минуты прятался за бетонной колонной, так ничего и не предприняв. Таких, как Петерсон, нужно сразу увольнять. Он всю жизнь обучался защищать людей и знал, как действовать в подобных ситуациях. Но когда пришло время практических действий, он струсил. Ему не хватило смелости дать отпор злоумышленнику. Таким людям не место в полиции. Парадоксальную ситуацию прокомментировал и глава Национальной стрелковой ассоциации. Уэйн Лапьер заявил, что инцидент с охранником, да и вообще сам факт стрельбы – это в первую очередь провал ФБР. Он обвинил демократов в политизации проблемы оборота оружия в стране и призвал их обратить внимание на пробелы в системе обеспечения безопасности в школах, в семейном воспитании и в системе американской психиатрии. Однако, несмотря на столь логичное объяснение произошедшего, ведущую организацию, представляющую интересы владельцев оружия, начали скоропостижно покидать корпоративные спонсоры. В соцсетях то и дело пестрят призывы к бойкоту ассоциации. Самих преподавателей и учеников идея вооруженного персонала в школах пугает. Большинство учителей категорически против взять в руки оружие. Оружие весьма опасно. Мы не хотим иметь при себе пистолеты, вносить их в кабинеты, где находятся дети. Не хотим, чтобы ученики даже видели нас с оружием. Это нехороший пример. В это тяжелое для нас время всеобщей обеспокоенности и страха не следует вооружать преподавателей. Они должны вдохновлять, наставлять, руководить, а не учиться стрелять. Оставьте это правоохранительным органам.
Возможно, запрет на ношение оружия среди законопослушных граждан и не решит проблему, с которой мы столкнулись. Но мы точно должны отобрать все оружие у людей с психическими заболеваниями. Именно они угрожают окружающим и самим себе. И я не согласен с идеей вооружить учителей. Для этих целей должны быть привлечены сотрудники правоохранительных органов. Ожидается, что введение на территории школ вооруженного персонала президент США уже в ближайшее время детально обсудит с губернаторами штатов. Будут рассмотрены и другие меры, направленные на обеспечение безопасности в учебных заведениях. Среди них необходимость увеличения возрастного ограничения на покупку штурмового оружия до 21 года и усиление проверок покупателей при продаже оружия, особенно их психического состояния. Пока же Дональд Трамп подписал лишь меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Нина Кананюк, «Вокруг планеты». Вы смотрите «Вокруг планеты» в эфире телеканалов «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Проблемы семейные, социальные, гендерные, с одной стороны. Творчество, борьба с разного рода зависимостями и самореализация, с другой. Это кино. Это Берлинале. Киносмотр завершает свою работу, продемонстрировав работы, может, не вышибающие зрителей из кресла, но точно относящиеся к искусству. Фестиваль 2018 года – 68-я по счету возможность узнать о новых идеях в индустрии. Ксения Пекарская расскажет подробнее. Берлинский кинофестиваль является одним из самых значимых в мировой индустрии кино. В этом году он проходит в столице Германии уже в 68-й раз. Берлинале отличается особой любовью к международному кино. Жюри уделяют пристальное внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы чуть ли не со всего мира. Стартовал Берлинале от 15 февраля. Красная дорожка церемонии открытия пестрила мировыми знаменитостями. Среди них и жюри конкурса. В этом году его возглавил немецкий режиссер Том Тыквер, известный своими картинами «Парфюмер. История одного убийцы» и «Облачный атлас». Открывать фестиваль выпала честь режиссеру Уэсу Андерсону, любимчику и завсегдатую Берлинале. В этом году он привез в столицу Германии анимационную ленту «Собачий остров». Впервые за всю историю фестиваль открывал мультфильм. Картина, к слову, рассказывает о недалеком будущем Японии, где из-за повальной эпидемии всех собак отправляют на специальный остров, на карантин. Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. Существует много причин, почему именно этот фильм был выбран для открытия Берлинале. Это действительно веселый и очень умный мультик. Мы видим собак, которые умеют разговаривать. Кстати, владельцы этих голосов — Билл Мюррей, Эдвард Нортон и другие известные актеры. Они сегодня здесь, на красной дорожке. Это невероятно. Всего по традиции фестиваль состоит из 9 программ. Главной является конкурсная. В этом году здесь было 24 фильма. 19 из них боролись за главные награды фестиваля – «Золотого» и «Серебряного медведей». Среди них был представлен и фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов». История жизни известного советского писателя зацепила не только зрителей, но и критиков. Мы хотели сделать фильм о тех писателях и художниках, которых мы любим и на которых воспитывались. Очень важно для нас было. Еще одной громкой премьерой стала картина братьев Зелнер «Девица» со звездами первой величины в главных ролях Робертом Паттинсоном и Мией Васиковски. Впрочем, громкие имена вовсе не показатель. Критики к фильму отнеслись достаточно прохладно. Мы старались написать сюжетную линию, соединяющую в себе юмор и пафос. Я имею в виду, что некоторые комедийные моменты в нашем фильме случаются именно в момент драмы, так и в жизни. Комедия и трагедия переплетаются. Основным претендентом от Франции выступила картина «Ева». Главные роли в ленте Бенуа Жако исполнили Гаспар Ульель и Изабель Юпер. Вокруг нее в этом году разгорелся настоящий ажиотаж, во многом благодаря статуэтке «Оскар», которую актриса получила в 2017 году за роль в фильме «Она». Ева – моя героиня, она роковая женщина и, по сути, является фатальной для главного героя. Но я уверена, что она делает это ненарочно. После прочтения сценария я поняла, что ее образ очень современный, полностью удален от классического образа роковой женщины. Он более закрученный и сложный. Один из самых радикальных режиссеров современности, филиппинец Лав Диас, представил черно-белую ленту «Антимюзикл. Время дьявола». Этот режиссер славится по-настоящему длинным кино. Некоторые его картины длятся по 8-9 часов.
Независимый американский фильммейкер Гас Ван Сент снял фильм по мотивам автобиографии художника-карикатуриста Джона Каллахана. Мужчине был 21 год, когда он попал в аварию и оказался прикованным к инвалидному креслу. В программу попал даже фильм, полностью снятый на iPhone, психологический триллер Стивена Содерберга под названием «Сумасшедшая». Картину сняли за 2 недели. Сам режиссер признался, что работать в таком формате ему действительно понравилось. И, возможно, в будущем он вернется к съемкам на iPhone вновь. Ну а настоящим героем 68-го Берлинского кинофестиваля стал американский актер Уильям Дефо. Он получил почетного «Золотого медведя» за большой вклад в киноискусство. Награду вручал президент Берлинале Дитер Кослик. Он также напомнил собравшимся, что Дефо – настоящий друг фестиваля, а в 2007-м входил в состав жюри. В свою очередь актер признался в любви берлинскому смотру и подчеркнул, что приз за заслуги не означает, что он собирается завершить карьеру. Спасибо. Это так мило. Вы меня засмущали. Я очень рад быть здесь. У меня действительно долгая история не только с Берлином, но и с Берлинале. На то, чтобы перечислить все картины, представленные на 68-м фестивале, понадобится приличное количество времени. Ведь за это время в рамках Берлинале прошли премьеры свыше 400 фильмов. Среди них короткометражки и даже сериалы. Именно Берлинский фестиваль дает ежегодный старт сезону кино, хотя, по сути, киносмотры не прекращаются никогда. Например, в январе в США прошел независимый Сандерс. Но большие показы начинают свой годовой отчет именно с февральского в Берлине. И Берлинале давно и заслуженно входит в тройку самых-самых, наравне с Каннами и Венецией. Ксения Пекарская, «Вокруг планеты». Последний месяц календарной зимы – это время карнавалов. Европа и Латинская Америка окунулись в мир праздничного и красочного веселья. Города на любой вкус – Кёльн, Венеция, Ницца, Базель, Копенгаген, боливийский Оруро и, конечно же, Рио-де-Жанейро. Вот там карнавал самый зрелищный, яркий и неистовый. Украшением является самба. Параллельно идет и так называемый народный карнавал, участие в котором может принять каждый желающий. Зажигательные ритмы в сюжете Татьяны Волковой. Перья, блестки, яркий макияж, красочные костюмы и, конечно, самба. Все это великолепный карнавал в Рио-де-Жанейро. Главный праздник страны и самая страстная любовь бразильцев, не считая футбола. Фестиваль гремит и днем, и ночью. Вся власть в городе переходит к карнавальному королю Момо. На время празднований мэр Рио передает ему символические ключи от города. Объявляю карнавал в Рио-де-Жанейро официально открытым. К слову, карнавал – внушительный источник дохода для города – около миллиарда долларов. Примерно столько оставили 1,5 миллиона туристов в этом году. Кроме гостиниц и билетов на самбодром, гости города охотно тратятся на праздничную атрибутику. Я делаю всевозможные украшения для головы. Это, например, корона для языческой богини, а это похоже на индейские уборы. Для создания блесток мы используем агар-агар. Это натуральный продукт из морских водорослей, похожий на желе. Он застывает и получается пленка, которую мы крошим на мелкие блестки. Здесь у нас русалочный хвост, но подойдет и для костюма дельфина. Еще есть хвосты зебры, тигра, лисицы, волка. Звериные образы – популярный выбор. А как же сами четвероногие? Они участвуют в специальном параде собак. Хозяева наряжают своих питомцев в маскарадные костюмы, перья и боа. Карнавальное дог-шоу проходит уже 15 лет. Организаторы даже придумали безалкогольное собачье пиво. Очень многие семьи, где по каким-то причинам нет детей, заводят себе питомца. И этот парад для них очень важен. Сейчас в Бразилии, особенно в Рио, собак больше, чем людей. То, что бразильский карнавал – поистине народный праздник, лучше всего доказывают бесчисленные уличные вечеринки. Жилые кварталы, улицы и пляжи заполняют толпы празднующих людей. Самба звучит повсюду, танцует буквально весь Рио. За время карнавала в городе проходит более 400 вечеринок и парадов. Самый известный – шествие кармелиток. Как гласит легенда, некогда одна из сестер этого монашеского ордена убежала из монастыря, чтобы потанцевать на карнавале. Примеру жизнерадостной кармелитки следуют все участники парада. Я участвую в этом параде уже 20 лет. Приезжаю из другого города. Мне по душе атмосфера, которая царит здесь в это время. Для меня это лучшая вечеринка из всех, что проходит в Рио-де-Жанейро.
К слову, за участие в уличных вечеринках плата не взимается. В отличие от главного парада на самбодроме, цены на билеты здесь доходят до $840. Но и зрелище того стоит. За звание лучших танцоров соревнуются самые знаменитые школы самбы. Это представители так называемой специальной, наивысшей лиги танца в Бразилии. У каждой школы есть 80 минут для того, чтобы раскрыть тему своего выступления зрителям и строгому жюри. Большинство участников, а их количество может доходить до 4000, добровольцы. Этот парад показывает характер бразильского народа. Мы стойкие, мы верим в себя, мы следуем за своей мечтой, поэтому при любых условиях карнавал должен состояться. В этом году он прекрасен, как всегда. Я участвую в параде уже 7 лет. Раньше мешала работа, но теперь я на пенсии и могу целиком посвятить себя самбе. Представления судят по 10 разным категориям – от хореографии и пения до красоты и оригинальности костюмов. Оцениваются и великолепные красочные платформы, украшенные с огромной выдумкой и искусством. Но главный элемент карнавала, конечно же, самбо. Этот эмоциональный танец, покоривший своей красотой весь мир, давно стал визитной карточкой не только карнавала, но и самой Бразилии. Парад проходит до пепельной среды, когда у католиков начинается Великий пост. Здесь мы отпускаем все, что нас тревожит каждый день. Проблемы, заботы, стрессы на работе. Карнавал – это возможность почувствовать себя свободным и беспечным. Это огромный праздник для всех, для всего Рио-де-Жанейро, для всей Бразилии. Традиция проводить карнавалы перед Великим постом, временем скорби и самоотречения, существует во многих городах и странах. Но ни один из этих парадов не сравнится по масштабам и зрелищности со ослепительным праздником жизни в Рио-де-Жанейро. Он избыточен во всем – и в невообразимых костюмах, и в оглушительной самбе, и в ярких, бьющих в глаза красках. Но в жарком Рио все это выглядит уместно. Ведь бразильцы не считают нужным сдерживать и регламентировать свою любовь к карнавалу и к самой жизни. Татьяна Волкова. Вокруг планеты. Его фильмы всегда вызывали противоречивые оценки. По мнению одних, этот режиссер чувствовал время. Для других, его видение лишь сплошное насилие на грани с чернухой. Факт остается фактом. Равнодушным его фильмы не оставляют никого. Дата недели – 25 февраля. Сегодня режиссеру Алексею Балабанову исполнилось бы 59 лет. Вы смотрели «Вокруг планеты». Спасибо, что были и остаетесь с нами. Заходите на сайт www.tvr.by и смотрите любимые проекты агентства теленовостей в режиме онлайн. До свидания. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное, это родина моя, всех люблю на свете я.